Всем привет, ребята! Решил я еще запилить дополнительное видео по Outlast, потому что ходит очень много слухов, что вот в Outlast несколько концовок, а именно три, да, и полно есть видео на YouTube, в которых разного рода умники, да, в кавычках, рассказывают о том, что в игре там, короче, три концовки. Сразу скажу, что это полный бред, и повестись на это, я вообще не знаю, кем надо быть, чтобы в это реально поверить, потому что там до старки все это коряво сделано, смонтировано, да, просто притянуто за уши, что не обратить внимания реально сложновато. Сейчас, короче, будет такое что-то вроде разоблачения, да, хотя даже это, наверное, сложно будет назвать разоблачением, потому что, в принципе, разоблачать-то особо и нечего. Как бы вот, ну сейчас, короче, все я вам подробно расскажу. Ну вот, собственно, прописываем, да, там в интернете Outlast три концовки. Мне, кстати, здесь понравился очень комментарий одного чувака. Если кто-нибудь еще раз скажет мне, что в Outlast более одной концовки, я разнесу ему лицо с дробовика, да. Ну, конечно, все в более таких матюкливых тонах. И, в принципе, чувака реально можно понять. Давайте тоже ему лайк поставим, кстати говоря. И реально, полно такого видео. Это, конечно, повторюсь, полный бред. И я же вообще не знаю, как на это можно повестись. Собственно, ну вот такой-то тут баран рассказываешь, типа, три концовки, то есть, типа, вот первая концовка, типа, это вообще-то такой бред, да, это, типа, рассказываешь, что первая концовка, это вообще ее можно сделать, типа, в самом начале игры, прикиньте, да, то есть, можно пройти игру, типа, там вообще буквально за 5 минут, да, ты там приезжаешь, и, ну, я вообще не знаю, как на это можно повестись, то есть, тупо такой бред, вот, типа, сейчас, когда он там уже полезет наверх. А, да, вот, все, я же слишком далеко мотнул. Ну, типа, начало игры, да, вот, поднимаемся наверх, потом, вот, типа, вот он сейчас в окно запрыгнет, да. Спон там надо это все так делать аккуратно, там, включать камеру, да, там, типа, вот он обязательно вот так все так смотрит, типа, да. Потом, видите, идет тупо пауза, все смонтировано, и вот, и это ж кадры, помните, с того момента, когда мы, типа, потеряли камеру, помните? Вот сейчас будет. Вот, да. Это ж с того момента, когда мы камеру потеряли, просто она тут не разбитая, то-то и всего. А так это ж тот момент, когда мы камеру потеряли, потом ее находим, и вот и чуваки вылазят, да? То есть, и потом, что еще круче, то есть, даже если вы тут сейчас скажете, что типа это не с того момента там, да, или что-то в этом роде будете рассказывать, то есть, вот сейчас какой будет полный бред, то есть, типа он там выпрыгивает назад, спрыгивает типа вниз, да? Бежит назад к машине, я сейчас еще перемотаю немножко, да, бежит назад к машине, потом, смотрите, типа садится в машину, да, зажигает, причем опять-таки видно, что смонтировано, вот смотрите, вот сейчас будет видно, что он смонтирован. Вот, видите, сразу видно, что смонтировано, потом, типа, вот он там ее включает и будет ехать задним ходом. То есть, просто взяли тупо видео, отмотали назад, да, это сейчас просто перемотка идет назад. Типа, как он ехал, тут сделали, что, типа, он едет назад. То есть это такой бред, я же как можно было на это повестись, то есть даже чисто логически, какой смысл было разработчикам делать концовку в самом начале игры, то есть типа он приезжает, видит психов и сразу же уезжает. То есть смысл просто такой концовки, то есть реально это же полный бред. Тут даже в этом плане, даже не говоря уже о том, я же, что во-первых, эта сцена как бы сделана, я же, с того момента, когда мы камеру находим, это во-первых, во-вторых, я же, просто перематывается назад, когда он машина едет назад. Но вообще есть комментарии нормальных людей, чуваки вот там... Ясно, что фейк, но постарался неплохо там, да. Ну и, короче, в основном все пишут, да, что они понимают, что это все фейк, короче, полная параша. Ну, находятся, конечно, уникумы, что типа там реально 2 или 3 концовки, может быть, там даже 10 концовок. Но потом, короче, у нас идет какая концовка? Ну да, вот типа вот это уже конец игры. Я почему в самом начале об этом не говорю, когда делал летсплей, потому что я как бы игру проходил первый раз и не хотел сам себя забивать спойлерами, да, потому что я ж не знал, чем все закончится. Я посмотрел только вот эту первую концовку, потому что она типа в начале игры, чисто ее глянул, потом я выключил это видео, чтобы не портить себе впечатление. Но уже после того, как я увидел первую концовку, я уже понял, что это полная параша, как бы вот. Ну вот, да, вторая, значит. Да. Типа говорят, что там типа надо вообще не пользоваться камерой и не читать никакие документы, то есть, да. И типа будет тогда другая концовка. Ну, это тоже, конечно, гениально, смотрите. Типа, в тебя все равно стреляют, да, то есть то же самое, по сути, происходит, тебя тоже стреляют, и ты потом каким-то чудом оказываешься в своей машине, заводишь ее, и типа идут титры, да. То есть, типа, ему это все приснилось, да, ну вообще гениально. То есть чувак, типа, приехал в лечебницу, уснул, ему это все приснилось, да, и вот он, типа, опять оказался в своей машине, когда в него выстрелили. Причем разработчиков даже не хватило на то, чтобы сделать хоть немножко какой-то другой видеоролик, да, чтобы людям реально было интересно проходить игру по несколько раз и другие концовки делать, то есть... ну, их на это не хватило, они просто тупо сделали, что опять все то же самое происходит, только ты опять окажешься в машине и идут титры. Ну и потом ты опять едешь задним ходом.
Ну, в общем, ну, я же такой бред, я вообще, я же, как можно в этом поверить, то, что в игре там несколько концов. Ну, и типа вот третья концовка, да, это вот нормальная, это которая, по сути, и должна быть такая концовка, но у него еще видео почему-то глючит, не знаю почему. Да, вот тогда вот, типа, его расстреливают, и на этом конец игры, то есть вот. Только последняя концовка как бы пройдила, а так все видео, это тупо, как бы, фейк. То есть я живу, да, вот зачем людям врать? Просто то, что я живу, я вообще вот как бы вот такие люди, то есть это ж, он же своим же подписчикам, да, своим же подписчикам он пишет как бы неправду, видео запиливает неправдивое, да, ложное. То есть обманывает своих же подписчиков, то есть это вообще это, ну, до строки у бога, я даже не знаю, как это назвать, просто, честно говоря, я живу. И самое удивительное, что люди на это еще некоторые реально ведутся, это вообще прям страшные вещи. Ну, а добавлю я ко всему этому, наверное, только то, что вообще было бы реально круто, если бы вот власти, к примеру, было бы несколько концовок. На самом деле, если бы разработчики так бы сделали, это было бы реально очень круто, очень классно. Допустим, если бы ты там в некоторых ситуациях поступил бы там как-то иначе, допустим, там быстрее бы убежал бы, медленнее, реально бы там, допустим, можно было бы убежать от доктора Трагера, потому что есть даже тоже еще фейковое видео, что типа можно от Трагера убежать, и тогда тебе не отрежут пальцы. Но это тоже полный бред, естественно. Но есть еще и такое видео. А, как бы вот реально было, кстати, реально прикольно, если бы сделали вот так вот, то, что можно как бы убежать от Трагера, и там совсем по-другому идет история, то есть, или вот что-то в этом роде. А, кстати говоря, было бы реально очень классно, повторюсь. А, потому что, ну, вот реально, кто смотрел мой летсплей, да, ну, очень жалко этого самого, как бы, Майлза. Реально, через столько пройти, столько страданий, столько мучений, в итоге ради того, чтобы тебя просто пристрелили, а перед этим тебя еще вселился этот самый Вальридер. И я же был бы повод перепройти, допустим, игру, то есть, ну, реально, было бы очень клево, если бы сделали бы несколько концовок в игре. А разработчикам был бы, конечно, большой-большой респект. Но будем надеяться, что, возможно, во второй части Outlast, который выйдет когда-то осенью, или когда они там говорят, будет несколько концовок, это реально прикольно, я только за, конечно. Но вообще, я же про все вот эти видео и весь этот миф про то, что, типа, в игре там несколько концовок, я же говорю, не ведитесь, это просто тупо бред. То-то и всего. Ну а вам, я как всегда, ребятки, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.